Привет! Я Наташа Сантера. Новый день, новый обзор. Я обзавелась супер модным гаджетом, классной лампочкой, которая включается сенсорным включателем. Давайте посмотрим ее распаковку на следующем видео. Лампа приходит в фирменной упаковке. Снаружи, как вы видели, дутый пакет. Дополнительно упаковка была защищена таким вот черным пакетом. Продавец явно не поскупился на упаковке. Такую лампу не стыдно заказывать в качестве подарка. Я заказала ее для детской. Очень удобно, когда ребенок ночью идет в туалет, он ее просто снимает, она включается и путь освещен. Отличная экономия электроэнергии. В наборе лампа, USB-провод зарядки и инструкция на английском языке. Есть также шнурок-держатель, то есть лампу можно прикрепить к руке. Зарядки хватает надолго. Удобно лежит в руке и автоматически включается. Достаточно нажать на сенсорную кнопочку. Светит интенсивно. Очень хорошего качества лампочка. Имеет такую держатель, который можно прикрепить к стене с помощью липкой ленты, который можно помещать потом в саму лампу. Выполнена из качественного пластика, логотип везде проставлен. Мне понравилось. Отличный вариант подарка. Освещает достаточно ярко, сейчас плохо видно, потому что у меня здесь освещение. Можно прикрепить ее к стене благодаря вот такому двустороннему скотчу. Прикрепите эту часть к стене, а потом уже прицепите лампочку сверху. Пользоваться удобно, а лампа немного напоминает душ, но это не он. Короче говоря, мне очень понравилось как качество исполнения, так и функциональность. Покупки рекомендую. Если она вам тоже понравилась, переходите по ссылке, я оставила внизу в описании. Не забудьте воспользоваться кэшбэком, так вам вернется до 4,5% с каждой покупки. Ну а на сегодня все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пока-пока!